Всем привет! Сегодня я буду ремонтировать Tesla Y. Итак, машина у меня во дворе. Ну что, открою капот и посмотрю, насколько серьезные повреждения. Итак, лонжероны, да и весь перец сделаны из алюминия. Сейчас левый лонжерон отломан. А весь перец сделан одним куском. Значит, менять надо весь перец. Машина в мастерской. И первым делом мне надо разобрать полностью перец машины. В этой работе мне поможет владелец машины. И мне будет легче, и владельцу дешевле. Перед машиной разобран. Передок можно менять. Весь перед прикреплен к кузову болтами. Несколько заклепок и кузовной клей. Болты здесь, здесь. А здесь болтами скручен перед и аккумулятор. Но сначала я возьму передок с донорского куска. А точнее, мне надо отделить стойки. На доноре болты уже откручены. Стойки держатся только на клею. Так, все-таки где-то внизу есть еще одно крепление. Нашел внутри порога. Так все хорошо начиналось, и на тебе, подлянка от Илона. Болт внутри порога. На доноре это пофиг, порог распилим и открутим. А как открутить на машине? Очень не хочется резать порог. Ладно, потом что-нибудь придумаем. Итак, донорский кусок для замены у меня есть, и я теперь знаю, где все крепления. Ну что, пробуем удалить перед на машине. Теперь мне надо сделать доступ к спрятанному болту. Это я выясню на донорском куске. Вот он, падла. Выкручу его и удаляю перец. Передок с машины сняли, он хоть и алюминиевый, но весит, падла, много. Втроем вытягивали.
Теперь почищу места соединений от клея и буду устанавливать донорскую морду. Итак, перед машины установлен, теперь проверяю высоту. Она должна быть одинакова с обоих сторон. Чем больше контрольных точек я проверю, тем будет точнее. Корректирую размеры и креплю перед кузову. А это всего лишь надо закрутить болты. Закручиваю последние два болта и завариваю доступ к ним. Все прикрутил, все заварил, перед прикреплен. Теперь я его покрашу и начну устанавливать снятые части обратно.
Моя работа закончена. На эту работу благодаря владельцу ушло 48 часов. А на сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!